Во втором классе была Кузнецова Оксана Евгеньевна. В третьем классе эстафету приняла Лидия Александровна Федорова. А завершающий год первой ступени образования классным руководителем стала Мишихонова Людмила Борисовна. Вам, вторые, наша мама, предоставляется слово. Дорогие ребята, уважаемые родители, вот пришел день прощания с начальной школы. 4 года назад мы пришли сюда в первый класс малышами. Здесь мы с вами поднимались по трудным ступенькам к лестнице знаний. Мы учились читать, считать, учились жить по строгим законам жизни. В нашем восхождении к звездам сопровождали вас верные помощники, ваши родители. Хочу выразить большую благодарность вам, родители, за поддержку. Без вас бы мы не справились в воспитании таких замечательных детей. Какие искорки зажигались в глазах ваших родителей, когда у вас все получалось? Какие грустные глаза были, когда вы получали двойки? Недаром говорится, что первые учителя – это мамы, папы, дедушки и бабушки. Без вашего участия не получилось бы вырастить таких прекрасных выпускников нашей начальной школы. Сегодня нам и грустно, и радостно. Грустно, потому что вы прощаетесь с начальной школой. И уже 1 сентября вас встретят новые учителя, ваша вторая мама. И в то же время радостно, потому что вы все повзрослели, стали умнее, красивее. Я хочу пожелать вам, чтобы вы никогда не огорчали своих родителей, никогда не забывали своих первых учителей, меня, Оксану Евгеньевну вашу, Лидию Александровну, Людмилу Борисовну, чтобы всегда могли к нам обратиться, если вам нужна будет помощь. Я с радостью помогу вам.